Здорово, мотобанды, рад вас видеть на очередном выпуске трэш-контента. И сегодня мы зажжем пуканы. Ну, по крайней мере, мой пукан будет в огне точно. Это вы увидите немножечко позже. Но в первую очередь хотелось бы выразить благодарность нашему спонсору, который нам предоставил всю эту пиротехнику, без которых бы мы просто не смогли бы снять этот видос. Ну или нам пришлось бы потратить много денег, чтобы купить все это. Это сеть пиротехнических изделий в городе Смоленске, называется она «Дядя Гриша». И они обещают, что все будет красиво, собственно говоря, как и в нашем сегодняшнем видосе. Так что ссылочка на них будет в описании. Затаривайтесь у них фейерверками, петардами, чтобы ваш Новый год, Рождество и другие праздники были мега круто яркими и запоминающимися. Сегодняшнее видео будет заключаться в том, что мы установим на наш питбайк очень много пиротехники, и также мы немножечко ее добавим по периметру, когда я буду ехать, чтобы это все красиво взрывалось и, так скажем, было очень зрелищно и эффектно. Но для того, чтобы разместить часть пиротехники на нашем питбайке, мне придется изготовить тут такой вот подиум импровизированный. Ну и, в общем, с помощью соплей, говна, клея и скотча мы это все примотаем, и будет, я думаю, нормально. Ну что ж, ребзя, у нас все готово, осталось загрузить все в тачку, переместиться на поле боя, так сказать, расставить операторов, расставить пиротехнику, установить часть пиротехники на питбайк, ну и, собственно говоря, можно лицезреть то, что будет происходить. Поехали! Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Всем вам по ядру компрессии. С наступающим вас Новым годом. Подписывайтесь на канал. До новых видео. Пока.